другим темам. Роналду и Шериф. Состоится рандеву или нет? Все идет к тому, что на стадионе в Кишиневе португальца увидим. Сегодня трансферное окно в большинстве стран Европы закроется. Либо будет громкий анонс до 12 ночи, либо Роналду впервые в карьере сыграет в Лиге Европы. А значит, и против Шерифа. Будущее Роналду ясно. Нам нужны сильные игроки. У нас должно быть много таких футболистов, чтобы наша команда могла стабильно, хорошо играть в каждом матче. Нынешний состав будет работать как минимум до января. Есть еще неочевидный вариант. Трансферное окно закрывается не везде. Португальцы еще смогут подписать клубы, например, Турции или России. Переезд в Питер – даже совсем не утопичный вариант. Звезды в возрасте часто хотят подзаработать в конце карьеры. В «Зените» выступали Халк, Виллиан и целая плеяда португальских коллег Роналду. Еще можно вспомнить ЭТО или того же Видича. Конкретного интереса к Роналду клубы России не проявляли, но трансферное окно иногда преподносит сюрпризы. Развязка близко, в полночь отсеются главные претенденты на Криштиану. Шанс сыграть против сераспольчан будет стремиться к 100%.